Всех приветствую. Сегодня у нас Ford Focus 3 и симптом — плавают обороты. Это что значит? Это значит, надо почистить дроссельную заслонку, а затем ее адаптировать. Давайте заведем автомобиль и посмотрим на тахометр. Вот видите, да, вниз пошла. Короче, она как захочет. Вниз, вверх. Как хочет, так и гуляет. Что делаем? Отстегиваем клемму аккумулятора. Вот эту крышку снимаем. И снимаем с ЭКБ вот эту клемму плюсовую. Дальше снимаем разъем с дроссельной заслонки. И снимаем вот эту гофру. Так как она, естественно, мешает. Здесь хомут обычный. А вот здесь вот тонкозубцами, или как они, плоскогубцами, правильно, круглозубцами, да, надавливаем и снимаем этот хомут. Раздражают мне такие хомуты необычные. Вот смотрите, вот такими вот круглозубцами у меня не получилось. Не хватило сил у меня надавить, соединить, то есть хомут. Взял вот такие вот, ими полегче надавил, и отверткой вот так вот отщелкнул. Все, гофру снял. Смотрите, какой там налет грязный. Все это черное, вот поэтому у вас обороты и плавают. Теперь, значит, торксом, по-моему, на 30 откручиваем вот эти вот 4 болта и снимаем заслонку. Заслонку снял, и смотрите, прокладка дроссельной заслонки, она у меня мятая. То есть здесь может подсасывать воздух, так что лучше ее заменить. Да и... да нет, нормально, думал, дубовая, нет, еще ничего. Ну, короче... заменить либо выправить. А нет, вот она порвана, да. Я, короче, лучше заменить. Саму дроссельную заслонку чистим очистителем карбюратора. Он быстро все удаляет и будет она чистой. Очиститель карбюратора у меня кончился, поэтому я вот таким вот бензином галоши почистил. Абсолютно то же самое, правда, пальцы испачкал немножко. Так вот чистенько стало. Что касается прокладки дроссельной заслонки, клиент сказал, что сейчас не будет покупать, но обязательно ее заменит. Сейчас некогда, говорит. Так что если обороты у нас будут плавать так же, как было, да, то это из-за нее. Ее надо обязательно поменять. Дроссель поставил на место. Затягивать, ребят, через силу не надо. Просто наживили, подзатянули так вот слегонца, и все, достаточно. Что касается прокладки, я ее немножко подвыровнял, где было разорвано, и села она хорошо. Я надеюсь, что воздух сосать у нас не будет. И смотрите, что я заметил. Нет крышки на заливной горловине омывайки. Здесь какая-то это стоит. Ну вот она, крышка. Это камера от велосипеда, походу. Прикольно. Когда вот эту гофру одеваете, вот здесь, с правой стороны, на этом отверстии гофры, да, есть направляющий паз. И здесь невозможно ошибиться, поставить неправильно. Вот. По-другому здесь не вариант. А вот этот необычный хомут делаем так, значит, центруем его, здесь такой язычок, и уже обычными пассатижами просто его сжимаем. Он должен легко нащелкнуться. Вот. Обязательно разъем дроссельной заслонки проверяйте, чтобы он был до щелчка. У меня только что он произошел, так что все нормунь. И, значит, одеваем клемму, закрываем крышку и идем включать зажигание. Ребят, после чистки дроссельной заслонки, скорее всего, у вас будут плавать обороты. Нужно произвести адаптацию. Адаптация у нас как происходит? Включаем зажигание на 40-50 секунд, выключаем зажигание. И так надо сделать 3 раза. На 4-й раз завести двигатель. А мы сейчас давайте посмотрим, что у меня на данном Форде будет. Сейчас без адаптации я попробую завести. Ну вот, да, вот там все равно они хулиганят. Надеюсь, это у меня не прокладка дроссельной заслонки виновата. Ну да, то вниз, то вверх ползают. Ну давайте сейчас
Попробуем адаптацию произвести. Так, значит, включаем зажигание. Ждем 40-50 секунд. 50 секунд у меня прошли. Выключаю зажигание. И так еще два раза повторить. Включаю зажигание. Выключаю зажигание. Ну и третий разочек. Включаю зажигание. Выключаю зажигание. Сейчас что-то там пропищало. Так, ну и четвертый раз пробуем заводить автомобиль. Но вроде как получше даже чувствуется. Автомобиль еще не прогрет. Сейчас я доведу до рабочей температуры и посмотрим, как у нас обороты. Останутся на месте или нет. Так, ну чего, автомобиль нагрелся. Да, температура у нас уже поднялась. И как мы можем наблюдать, смотрите, обороты у нас стоят на одном месте, стрелка у нас не дергается.